Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это Xiaomi Mi Note 10 с прекраснейшим дисплеем. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить раздачу интернета. То есть, как с помощью этого телефона раздать интернет друзьям, там, не знаю, кому-либо. Итак, вам нужно открыть меню настроек и нажать на кнопку подключения и общий доступ. Затем нажимаете точка доступа Wi-Fi и настройка точки доступа. Здесь настраиваете название вашей точки доступа. Затем, главное, чтобы она была по-английски, не по-русски, внимание, да, только что выбило предупреждение, что нельзя по-русски писать. Итак, пароль выбираете тоже не на русском языке, должен быть пароль. Это могут быть любые 8 символов, не русские. Да, ну, ясно дело, не какие-то там китайские тоже. Они должны быть английские. Да, то есть, допустим, либо английские, либо цифры. 8 любых букв, цифр, неважно чего. Главное, чтобы не русских и не каких-то других символов. Вот, нажимаем ОК. Все. Замечательно. Теперь нам с вами что нужно будет сделать? Это просто включить точку доступа. И все, и точка доступа будет включена. Теперь каждый раз вам не нужно будет лезть в настройки, а просто можете взять и включить точку доступа через меню, скажем так, дополнений в шторке уведомлений. Вот здесь вот находится функция точка доступа. Вот так вот ее включаете и также ее отключаете. Вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.